Меня зовут Данил, и мне 11 лет. Я хочу рассказать вам о своем секрете. Узнаете, что в каждой букве спрятана тайна. Например, в букве «С» прячется солнце, которое греет нас своими теплыми лучами. А буква «Д» может превратиться в ракету, которая бороздит космические просторы. Если нарисовать прямые линии, то буква «Н» может стать обычной лестницей. Ну а буква «Ё» – это космический пришелец, которых я люблю рисовать в своей школьной тетради. Буква «М» очень легко и быстро может превратиться в веселого мышонка. Ну а буква «Р» вообще моя любимая буква, потому что из нее получается очень смешная птичка. Из буквы «О» можно нарисовать много чего, но мне нравится божья коровка. А из буквы «Ж» может получиться прекрасная снежинка. Буква «Д» – это мой будущий дом, который я построю, когда вырасту. Буква «Е» может превратиться в мобильный телефон. Куда ж без него? Буква «Н» – это игра в домино. Что может быть проще? А буква «И» на самом деле может превратиться в утку, которая плавает в пруду. И последняя буква «Я» превращается в красивую бабочку. Но мой главный секрет не в этом. Все эти буквы ничего не значат, если они не стоят рядом и не выражают самого главного. С днем рождения, папа!